Городская магистраль – это далеко не скоростная трасса. Движение здесь строго ограничено правилами. Но всегда, к сожалению, находятся любители и прокатиться с ветерком, и без ремня безопасности. Вы всегда пристегиваетесь? Да. Молодцы. И ваш пассажир тоже? Да, конечно. А дети есть дома? Не знаю, может, на тренировке, наверное. Нет, ну вообще дети у вас есть? Конечно, есть. Пристегиваются у вас? Обязательно. Каждый третий водитель путешествует с непристегнутым ремнем безопасности, а каждый десятый перевозит детей без удерживающих устройств. Многие мотивируют свои поступки забывчивостью. Такая беспечность грозит тяжелыми последствиями для здоровья или вовсе угрозой для жизни. Ударяется, будучи пассажиром, либо водителем, грудной клеткой, об стойку там, или еще обо что-то, обувное стекло, то тут уже становится понятно, что человек был или пассажир был не пристегнут. Либо бывают случаи, когда на скорости заднего сиденья вперед перелетают. В ходе профилактического рейда «Ремень безопасности» инспекторы обнаружили немало нарушений статьи административного кодекса. Водителям, что практикуют езду без ремня безопасности, выписан штраф. Для кого-то это незначительная потеря в бюджете, а некоторые, возможно, призадумаются, стоит ли снова так поступать. С детишками сейчас наладилась, да, можно сказать, ситуация. Родители стали более серьезно подходить к проблеме безопасности детей. Пристегивают, используют специальные детские удерживающие устройства. А вот про себя любимых забывают иногда. Профилактические рейды на улицах города проводятся постоянно. Поэтому раньше времени расслабляться водителям не стоит. Возможно, уже завтра вас попросят сфотографироваться с хэштегом «Пристегнись и улыбнись». Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.